4 часа живописного труда, 150 человек и полтонны цветных мелков. Вот основные ингредиенты нового рекорда России. Размеры огромного государственного символа 100 на 30 метров, площадь 3000 квадратных метров. И все же главное в нем не воплощение, а идея. Республика Бурятия, город Улан-Удэ уже имеет некоторые рекорды, которые нам достались, скажем так, по наследству. Это и самая большая голова Ленина, это и самое глубокое озеро. Но захотелось сделать таким образом, что у нас был рекорд, который мы сделали сами своими руками, и чтобы наше поколение, то, которое прямо сегодня, сегодняшний день, сегодняшний час проживает в Улан-Удэ, тоже вошло в историю тем, что мы тоже очень активны и тоже кое-что можем. Зарегистрировал установленный рекорд главный редактор Книги рекордов России. По словам Станислава, он зафиксировал очень большое количество достижений, но этот рекорд особенный. На самом деле это очень серьезный рекорд для России, который воспитывает в молодежи чувство патриотизма, чувство любви к родине, это очень важно в настоящее время. Организатор акции «Дорожное радио Улан-Удэ» приурочило мероприятие ко Дню молодежи. На мой взгляд, данное мероприятие очень нужное и важное. Оно имеет большое значение в закладке патриотизма в душах подрастающего поколения. Молодежь должна знать свою родину, и для этого необходимо передать ей лучшие традиции нашего государства. Для нашего города Улан-Удэ позиционирование всегда очень важно, поэтому я поддерживаю такие мероприятия. Я хотел бы поблагодарить организаторов и участников. Дорожное радио Улан-Удэ планирует сделать эту добрую и объединяющую акцию традиционной. Алевтина Шаркшане, Дажи Чуйдопов, новости дня.